они хуярятся вот так вот, типа, подряд на уровне, типа, гачи и так далее. Как может быть из 80 треков, где 5 гачи, играет 4 подряд? Как это возможно? Что за говно вообще? Плейлист цепляет после гачи, похоже, трек, а не рандомный. Нет никакого рандома, я рекомендую. Блядь, Яболик, есть плейлист и есть функция, которая называется «Воспроизвести в случайном порядке». Воспроизвести в случайном порядке из этого микса, который есть. Воспроизводится случайно. И так происходит, что получается 4 из 5 гачек к ряду. В лобби есть и лемы, и есть звери, но нету мувлоков. Дали самый худший токен, который может быть, но скорее всего мы просто возьмем его и завалим ебучку, правильно? Да, и лем будет лучше. Согласен, но... На этом герое. На этом герое слишком важно найти любой токен, чем рисковать. Свиножер, тебе 2 раза мы меняли расстановку. Действительно, как ты занял топ-1? Мы тебе фул слили. Закрайся и извинись перед чатом за слитые жировики. Согласен. Согласен. Лучше на сковородке. Блять, кстати, по поводу сковородку, блин. По поводу сковородку, ебать, я знаете, как любил? Я нереально люблю пельмени жареные, маленькие такие. Микропельмешки, блять, жареные. Просто как этот. Короче, это просто вообще самое вкусное, что можно сделать. А еще обалденно семки жарить. Просто топ. Держу в курсе. Продаем главного котика, потому что токен. Рафлан в лобби есть. Может быть, соберем из него токена. Блять, жареные пельмени маленькие. Я бы, не знаю, жопу сейчас показал бы, если бы сейчас не сделал. Как виноград холодненький. Бля, я, между прочим, немножечко... Экспериментировал немножко в последнее время с виноградом. Короче, я рассказывал по поводу холодной воды, но охуенно еще. Можно, короче, как делать? Можно еще делать, бахать виноград в холодильник. Сейчас. Что сказал урод, когда увидел опухшие яйца Стаса? Согласен, от таких надо избавляться. И сделаем вам бамбу твоим дымбем. Ждем имплант, позорно. Механизм. Это смешно. Ну вот, короче, есть вариант еще крутой. Положить его в холодильник, чтобы он был супер холодным, а потом за 30 секунд до того, как хавать, просто его положить в кипяток, буквально, ну, в кипяток именно, в кипяток из крана, то есть самую горячую воду, буквально на 20 секунд, и это просто секс. Это нереальный секс. Блять, это реально крутые эксперименты, серьезно вам говорю. Попробуйте. Но холодный мне понравился больше. А что такого? Ну, типа, вы просто ни разу этого не пробовали, и это звучит для вас дико, потому что вы ни разу этого не пробовали. Но когда вы это попробуете, вы станете фанатом, блядь, хавать. Блядь, вы просто подумайте, если вы умеете нырять и умеете плавать, идете в бассейн, ну вот, если на отдыхе пойдете, там, в Турцию, Египет, куда поедете? За границу, короче. Когда откроют границы, если кто поедет, короче... На улице тепло, солнышко просто, вот, солнышко греет, там, градусов 25... Бассейн 3 метра глубиной. Ты ныряешь в этот прохладный бассейн. Заранее имеешь несколько ягод ебучего винограда. И без шуток. Типа. Вот он, холодный бассейн, ты туда ныряешь вниз. Типа ложишься вот так вот на дно, на живот, полностью расслабляясь, и при этом жуешь виноград. Бля, вы просто! И при этом виноград должен быть холодным. Вы будете смеяться, но это просто пиздец, как вкусно. Это нереально кайфово. Вот, типа, вот так вот лежите просто и хаваете. Бля, это такой кайф. Вы просто никогда не пробовали, и вы смеетесь. Это очень жестко. Я вам серьезно говорю, когда-нибудь попробуйте, блядь, и потом фидбэк дадите. Это нереально кайф. Просто кайф. Я не беру. Бля, я просто угораю с реакцией телов. Но они не понимают этого, ну что сделать, блин. Но это нужно уметь плавать и уметь нырять. И при этом уметь задерживать дыхание, типа, на минуту, потому что нужно, типа, сначала полностью расслабиться. Вот вы попробуйте хотя бы на кровати лечь и попробовать полностью расслабиться. Между прочим, это тоже занятие не из легких. Вот, типа, полностью, чтобы тело расслабилось, руки, ноги отдельно, туловище, голова. Потому что, типа, в среднем все равно человек зажат. Нужно быть полностью, вообще полное расслабление. И вот так вот хавать.
Ебать. А еще это можно, на самом деле, можно сделать, на самом деле, можно сделать эксперимент в домашних условиях, такой, типа, тестовый. Это сходить в душ, либо в баню, попариться жестко, чтобы было тепло, да? И на кровати это сделать, но надо, чтобы кровать была, типа, новое белье, и белье было прохладное. И вы, типа, такой горячий напарившись, ложитесь на кровать, фул, расслабляетесь. Это я серьезно это говорю, блядь. Я просто, я угораю с реакции, я не могу, блядь, не смеяться. Ой, ебанаты, блядь. Блядь, иди мандарины с сосисками похавай, тоже заебись. А ты что такого хавать мандарины с сосисками? Это что, блядь, это, между прочим, похоже на экзотик. Дурачок, другой блядь. Другой втирает про шаманов и телепатов. В Москве все такие ебануты. Ну, блядь, ну что за тычка, блядь? АВГ 611, блядь. Заебали, нахуй, булит чуна. У него АВГ 3,5, его игра булит, блядь. По поводу телепортов, типа, просто Фил, он, блядь, настолько тупой, что он не может нормально это произвести, воспроизвести мысль, плюс ему никто не верит. Но, типа, по факту он прав, потому что подобное очень вероятно, что существует, но мы об этом никогда не догадаемся, потому что это все под запретом, потому что об этом знают только там суперрусский круг лиц из высших глав правительства. Это, ну, типа, и так со многими вещами, типа, до обычных людей подобная информация никогда не дойдет, типа, ну, и пруфов вы не найдете. Вы можете только догадываться, и, типа, но я более чем уверен, что это тестируется, вот и все. Типа, блять. Ну то, что он там вчера нес, конечно, это пиздец, но про порталы и подобную хуйню... Это, ну просто это закрытая инфа, очевидно. Чё, блядь? Это просто факт. Вам же никто не даст, блядь, коды от запуска ядерных ракет. Ну если вам не дали, значит, что их нет. Они есть, блядь. Между прочим, я читал, кстати, где-то новость. Давай, или не новость, или что-то слышал. Короче... да? Стас. Спасибо за эксперименты. Я так сильно расслабился, что обосрался. Ой, блядь. Ну просто булит ктуна, блядь. Ну чё за хуйня, блядь? Давай. Не могу никого выиграть с таким заходом, блядь. Чё за пиздец? Блядь, 8 здоровья. Твой способ с виноградом и бассейном. Ебал рот, блядь. Пока лежал на дне пернул и всплыла сперма. Я не обладаю такой информацией, типа, и не обладаю знаниями. Я просто предполагаю, что подобная инфа, хуйня, если она и реальна вообще в человечестве, если ее можно воспроизвести. Всемирный заговор. Сразу видно парня из Тверской глуши и его карманного. Да, блядь, типа, если это фильма. Существует, если это существует, а я знаниями, которые мне дали бы возможность сказать да или нет, существует это или нет, я не обладаю. Если это существует, это тестят. Либо тестили, либо будут тестить и так далее. И вы об этом, и я никогда об этом не узнаете, понимаете? Вот в чем, как бы, мысль. А не в том, что я не говорю, что это 100% есть. Я просто говорю, что это возможно есть. Вот и все. А типа челы это воспринимают, как будто я, блядь, им затираю, что, блядь, порталы, блядь, пуха это... Нет. Блин, так. Просто об этом никогда не узнаете, я о том что. А Лолошка, спасибо большое. Типа, челы, во-первых, этого не знают, типа, на скорее сюда слово простатит. Но просто я к тому, что они угорают над этим всем, пока с этим сами не столкнутся. Типа, я тоже угорал, но вот я стримлю 6 лет. Вот я по музыке сидел 5 лет. И если я буду так продолжать, у меня точно появится геморрой. У меня пока его нет. Либо простатит. А это, между прочим, пиздец, какая опасная хуета. Как бы, ну... Я тоже раньше угорал с этого. Из геморроя и так далее. Но когда тебя это касается, это уже не до смеха. Поэтому вам еще предстоит пройти тяжелый путь, мои юдовые подаваны. Простой факт, любой ученый не делает 21-го открытия в одиночку, а научное сообщество открыто. Есть патенты на изобретение, но нет патентов на знания. Типа это то же самое, как, не знаю, блядь, 200 лет назад вы сказали бы, что компьютеры невозможны, что Харстон нереален, что... Велосипед не создать, там машина никогда не поедет и так далее. 200 лет назад просто люди не обладали нужными знаниями, чтобы это изобрести. 200 лет прошло, блять, каждый пользуется и играет в Харстон вот на этой планете. Также в будущем будут с какими-то, не знаю, какими-то, блять, не знаю, в 2100 году что может быть. Вообще люди, блять, не знаю, в космосе будут отдыхать, может быть. Окей! Окей. В истории человечества есть куча примеров, когда открытия совершались разными людьми в разных концах света, вне зависимости от их местоположения. Если кто-то даже втихаря откроет портал, то найдется как минимум один независимый ученый, который скажет про свое изобретение портала. Ну, понятно.
получается, завяла твоя теория порталов. Да, блядь, я не говорил о том, что, блядь, они 100% давай, существуют. Я лишь говорил, что если такое есть, об этом не узнают. Но чел говорит, что об этом обязательно расскажут. Ну, блядь, ну если я не знаю, там эти ученые, блядь, из правительства и так далее, ну им просто запретят. Ну, я не знаю. У меня такая позиция, ну. Так-то чел говорит все правильно. Давай, об этом по-любому расскажут, просто ради своей выгоды. Могут и не рассказать. Типа, секретная тайна. Сильвер, я тебя умоляю, просто перестань говорить на эту тему с порталами и заговором государств. Я не говорю об этом, блядь! Сын чату одновременно. И сам себя не в лучшем свете выставляешь. Блин. Просто перестань. Да в смысле не в лучшем свете, это просто дискуссия, обычная дискуссия. Что в этом такого-то, блядь? В смысле не в лучшем свете? Просто обычная дискуссия. Понижаешь IQ всему чату одновременно, блядь. Да им уже некуда терять. Мне тоже уже некуда терять, буду сидим, блядь, нолики. Блядь. Вы еще скажите про Кашпировского этого. Какого, блядь? Кем он там был? Короче, разводила по телеку. А что создали телепорт? Блядь, не знаю, там, блядь, какой-нибудь ученый вообще сидит, его, не знаю, заставляют создавать телепорты, и он никому это не расскажет. Потому что он просто не имеет возможности. Он просто в клетке сидит, его заставляют, блядь. Такое может быть, что, блин? Давай твою говно. Если ты признаешь, что технология порталов доступна человечеству, то ты автоматом признаешь существование секретного общества ученых. Мой поинт в том, нет, что я такого не говорю. Нет, я такого не говорю. Давай, твою. Ну, скорее всего, ты прав. Скорее всего, ты прав. Ну, как бы я все равно останусь при своем мнении, просто потому что Дарвин, Стивес. Обезьянная Илона Маск научилась играть в компьютерные игры силой мысли, и Илон планирует транслировать ее на Twitch. Ай, что блядь. Скажешь, когда через пару лет тебя обезьяна по ПТС перегонит? Ай, блядь. Дайте карту лучше нормальной. Карта нужна, карта. Блядь, уже кушин это четвертый раз дает. Может его, блядь, вырубить? Думаю, что это еще не скоро произойдет. Хотя, на самом деле, можно обезьян вообще чипировать, типа, и, ну, как бы, поняли? Чип какой-нибудь бахнуть в обезьяну, и чтобы, типа, чип за обезьяну думал, как бы, все думали, что обезьяна сама научилась, она чипирована. Ну не чипированный, типа, ну не знаю, какую-нибудь систему. Как в фильмах провернуть. И Шакидон, что никаких заговоров. Нет ли им государства ВС докладывает? На то вы и Шаки, что у вас в уши отвисли от. Отмазка пошла, я не знаю, это просто отмазка пошла, ебать. Давай твою. Минус мать. Это хайрол минус мать, если что, на этом герое. Все, никому не проигрываю. Через 100 лет корпорация Blizzard Entertainment подкрутит и не даст выиграть межпланетный турнир АХС. Титан Стасинос шикнет, чтобы уничтожить половину блять, людей. Блять, ну это вообще, ну это рука лицо, ну это даже не смешно. Ну короче, просто, Илон Маск, ну, реально говорил, что завет Twitch каналы будут стримы обезьяны. Бля. Уважай Илона Маска. Сдержал свое обещание. Бля, я просто не могу уже смех сдержать, просто пиздец какой. Давай твою карму. Ты такой умный, я хочу на тебе жениться. Ай, блядь. Нет, спасибо! Нет, спасибо! Ну, челов просто без шансов трахаю, просто не отпускаю. Просто душу и не отпускаю. Просто душу и не отпускаю. Давай твою говну. Блять. Что просто до абсурда доходит рофлы, блять. Вау! Что за заход? Это просто голфиш неадекватный. Блять, прикиньте, котику с обилки не дали золотого дробителя. А у него два мародера, а точнее один мародер, и было бы два дробителя плюс два дробителя, есть ебать. Мнение, что чипы живили не туда, вау. Потому как Фил теперь не может сидеть на шпиле. Давай. Свет и газ, не идеал, но первый шаг давно сделан. Ссылка удалена. Давай. Бля, может еще на стриме посмотрим это? Вау!
Оу, ебать! Ну это, блядь, это, ну, это неадекватная карта, блядь. Воскрешение механизмов на трубку. Называется микрохуй. Его невозможно обнаружить своим оборудованием. КСТА, он в жопе у Диабобы. Да, Диабоба в жопе, я понял. Диабоба, тебя ебут в жопу, Стар. Диабоба. Диабоба. Хорошо, тогда мы не можем точно знать, что Фил не сидят для две карты. Один читированный бегон, второй масон с теориями подкрутки. На самом деле оба состоят в тайном государственном проекте по понижению их населения. Юзаешь портал, чтобы сходить в магазин за овощами. Координаты сбиваются, и ты попадешь в жопу Фрибера. Все равно возвращаешься с огурцами Bloodline 77777. Тайная программа послужила. Обрубок сала на трубке. Ну, в таком случае хочу посоветовать тебе попробовать добавить кал в прикуску к винограду, когда будешь жрать под водой. Если зайдет, то Гибону можешь тоже посоветовать Кеку. Блять! Это типа, ну, это серьезно приятное, типа, кайфовое ощущение. Я просто рекомендую, типа, нормальную, блять, нормальную тиму с виноградом. Что такого-то, блин? Типа, потому что она смешно звучит, вы никогда не пробовали, не знаете, что она говно, окей? Читачи нет. Ну, типа, нихуя не шарите. Вы реально в этом не шарите. Я это, между прочим, много раз уже делал. Это кайф. Я реально въебал из-за того, что у него элита попала. Не трогай тему с порталами. Ты нам все планы поломаешь. Мы уже установили порталы по всему миру. Кодовое название точки 5G. Второй этап — это вакцинация, которая пометит всех людей, кому в портал.